этой команды, которая совсем скоро начнет финальную встречу на чемпионате Европы для футболистов своего возраста против сборной. И в ударах до одного промаха опасная атака итальянцев уже удача сопутствовала российским игрокам. Воротах под первым номером в защите Давида Калабрия, второй Федерико. На ближний угол летит мяч, опасно, как! Успел выставить Митрюшкин, тут еще... Ой-ой-ой, там никого, к сожалению, из защитников против них нет. Вынуждены возвращаться футболисты российской сборной. Бить. Удар! Штанга! Бросался за мячом уже значительно позже, чем того требовал метровых ударов. Демольфетта, Митрюшкин. Митрюшкин! Московский «Спартак» вытягивает мяч в правом от себя углу ворот. 0-0 по-прежнему. Разбегается. 1-0! В девятку! Шайдаев посылает мяч. И сборная России выходит вперед. По Каверину. Разобрался. Разобрался. Альберто Черри 1-1. С левой ноги, без вариантов для вратаря. Джамалдин Хаджиниязов. 2-1, Россия впереди. Шаков. Нет, так Митрюшкину не забить. А молодые играют по удару. Ух, ух, как здорово потянул Искуфет. Пробил Паршиков, но пробил классно, пробил в угол. Искуфет действовал еще лучше. Обманул. Канаты такие, что не рвутся. Смотрите-ка. Россия тащит пока. 3-2. 15-летний игрок. Бьет заключительный пенальти. Ой-ой-ой. Димарко. В основу его. Ай-яй-яй. Искуфет. Какая же нервная серия. И продолжается она. Не знаю. Ничего не понимаю. Да, разводит мяч и Митрюшкина по разным углам. Сравнивает счет московский армеец. Смотрите, как издевательски. Вот это поколение. Откуда? Откуда такие нервы? Митрюшкин! Итальянцы хватаются за голову. Однажды у нас вот этакий чемпионат бол уже был.